Большая музыка, большая победа. Воспитанница второй Люберецкой музыкальной школы получила гран-при международного фестиваля Grand Music. Наш корреспондент Александр Колганов пообщался с юной пианисткой и узнал о цене успеха. Каждый урок игры на фортепиано у Виктории Ригель начинается с гимнастики. Занятия музыкой напоминают скорее большой спорт. Разминки, соревнования и постоянные тренировки. Последние сопровождают юную пианистку каждый день. Награда – призовые места на конкурсах. Цена успеха – отсутствие свободного времени. Я не отдыхаю. Возникает желание, но я понимаю, что нельзя. Иначе не будет результата. То есть стоит мне расслабиться, то все, учеба. Полетела музыка, полетела. То есть надо выбирать, либо ты учишься хорошо, либо ты музыкой занимаешься как надо, либо ты отдыхаешь. За исполнение польки Рахманинова юная пианистка получила гран-при международного конкурса Grand Music. За спиной Виктории более 20 соревнований. Она признается, участие в конкурсах закаляет и дает возможность учиться у лучших. Ну, это большой опыт, то есть ты учишься понимать, что хотел до тебя донести композитор, развиваешь свою технику, учишься слушать. Ну, я бы хотела поступить в музыкальное училище, но пока еще не знаю. Жюри конкурса отметил и преподавателя Виктории. Наталья Михайлова получила благодарственное письмо Фонда поддержки и развития культуры и образования «Мир на ладони». Наталья Алексеевна говорит, успех ее воспитанницы – сочетание многих факторов. Конкурс, да, конкурс – это показатель. Но она еще очень много работает дома. Удивительно трудоспособный ребенок. А здесь вот это великолепное сочетание любви к музыке, старательность, ответственность. Ну и стремление, наверное, добиться успеха. Пока 13-летняя пианистка определяется с будущей профессией, занятия музыкой, как и участие в конкурсах, для нее продолжатся. Совсем скоро Виктория примет участие в очном этапе конкурса Grand Music. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.